Привет, друг. У меня есть пара минут, чтобы рассказать о главных новостях популярной культуры на сегодня. Поехали! Начнем с кино. Благо, тема сегодня благодатная. Стали известны основы сюжета нового фильма Квентина Тарантино. Картина расскажет историю актера, достигшего славы в популярном сериале. Его следующая цель – покорить большие экраны. Этим же озадачился и его дублер. Также будет показана тарантиновская версия убийства секты Чарльза Мэнсона актрисы Шэрон Тейт. На главные роли рассматриваются Брэд Питт, Том Круз и Марго Робби. 24 ноября наступит Черная пятница. Многие магазины готовят большие скидки на игры в этот день, а некоторые начали резать цены уже сейчас. На PlayStation можно отхватить второй Titanfall за 1000 рублей, Horizon Zero Dawn или Prey за 2, или полное издание Ведьмака на ПК за 1500. Это я так, лично Must-Have озвучил. Самих предложений намного больше. На нашем сайте уже есть целый гайд, что, где и за сколько можно отхватить. Ссылка в описании. Ubisoft рассказала о планах обновления третьего года для Rainbow Six Siege. Как обычно, они будут разделены на 4 сезона, в каждом из которых добавят по паре оперативников. Кроме того, нас ждет первая в истории игры кооперативная миссия под названием Outbreak, а также новые карты и полная переработка одной из существующих, какой именно, неизвестно. Планы обнадеживающие. Глядишь, может, в третьем году и ранговые игры выйдут из бета-версии. Фанаты Cuphead продолжают творить. На ютубе вышла мультипликационная пародия на хардкорный платформер, и надо сказать, качество анимации не хуже оригинала. Только вот стиль сильно отличается. Если игра напоминала ранние мультфильмы Disney, то вот фанатский фольклор, ну вы сами видите, скорее Рен и Стимпи. На нашем сайте можно посмотреть полную версию, ссылка, ну я уже говорил. Вчера исполнилось 10 лет с выхода первой части серии Mass Effect. Подумать только, как быстро летит время. А Mail.ru взялся за киберспорт. Компания объявила о проведении первой собственной киберспортивной лиги. В качестве дисциплины выбрана игра Warface. На сегодня все. Ставь лайк, подписывайся, заходи на kanobu.ru. Меня зовут Халатов Паша, и до встречи на том же самом сайте.